Все, я зашла через интернет. Пришлось закинуть 300 рублей на телефон. Ну ладно, я надеюсь, теперь будет все хорошо. Привет. У меня что-то с Wi-Fi вообще, блин, не пашет, меня раздражает. Я бы уже заказала новый роутер, но это тоже, конечно, за пару нужно искать, у кого лучше, чтобы и роутер Wi-Fi был, и интернет-компьютер ушел отдельно. Но скоро я еще планирую переезжать, поэтому смысл сюда что-то покупать. Оф, вообще сложно. Спасибо. Спасибо за комплимент. Я тут сижу с Рианочкой. Давай, Ряш, покажись. Покажись. Ох. Смотрите, какая она уже большая. Обалдеть. Ты моя солнце. Ну, ищу квартиру или комнату, куда переехать. Ей 8 месяцев. Ей даже годика нету. Вон она какая большая. Мне 18. Да, Мейн-кун. Мне 18. Нет, я живу не одна, с братом. Ну, сейчас еще бабушка приехала. Но она здесь так, знаете, как призрак. Ничего не делает. Вот. Да, квартиру съемную ищу. Брату 15. Потому что здесь жить невозможно. Во-первых, я хочу свою квартиру, в которой я могу делать сама, что хочу, во сколько хочу и как хочу. Вот. Распоряжаться временем сама, чтобы ко мне никто не лез. В общем, там долгая история. Родители в Липецке, они туда переехали. Ну, в апреле мама вроде приедет на 20 дней сюда. И в марте на недельку вроде. Брата зовут Демьян. Сегодня день провела достаточно активно, насыщенно. Утром была фотосессия. Вот, в 12. Я обычно в это время еще сплю, но сегодня я проснулась специально в 10, чтобы накраситься, выпрямить волосы, собраться, выехать. Кадры должны быть отличные. Потом приехала домой, убралась в квартире, отдохнула и сняла 3 видоса. Вот. Брата нету дома. Он к папе поехал на выходные. Ну, типа, он сказал, что понедельник, вторник — это выходные у него. Может, он придумал, конечно. Вот. Что это за дерьмо? Да просто для себя фотографировалась. Познакомилась с девушкой-фотографом, меня, ее мне порекомендовала Маш Милаш, вот, поэтому мы списались, и сегодня уже, должны были вчера отфоткаться, но вчера мне было плохо. Киви нашли, спасибо большое. Кофе пью, вот, видно вам? Кофе. Родители еще не знают, что я прям серьезно намерена переезжать. А как они должны отнестись? Мне 18 лет. Я хочу, я уезжаю, все. Я делаю, что хочу, по сути. Спасибо. Я вот уже пока все настраивала, пикник схрумкала. Я очень люблю пикник с грецким орехом, прям. Киви был на кровати. Нет, не изменила, просто подкрасила. Дела хорошо. Что опять с интернетом, блин. Вступайте в мою официальную группу. Я буквально после трансляции сразу же буду отвечать там на вопросы. То есть вы будете задавать вопросы, ну, типа как чат. Я буду там же отвечать, вот, на различные темы. Так что вступайте. С губами все хорошо, я просто их накрасила. На самом деле меня зовут Милена. Ужас, да? Неожиданно. Какой окрас? Ну, когда она была мелкая, у нее было что-то типа... Сейчас. Серебро какое-то, серебро на... Блин, не помню. А сейчас она еще немножко порыжела. До этого она была прям такой серой-серой.
Черепаха на серебре, вот она была. На персик. Блин, не знаю. Не знаю, я в этом не разбираюсь. Света учится на психолога. Она вообще планировала на этого врача, хирурга, но не вышла на бюджет поступить, поэтому она, ну, перешла на на психолога. Сорян, вечер, ребят. Трудового тяжелого дня. Спать буду, да, вот. Я уже смонтировала видео, которое выйдет на следующей неделе. Да. Уже загрузила видео, которое выйдет в пятницу. То есть я все сделала. И могу отдыхать. Вот. Нет, у меня волосы голубые. Ну, такие бирюзовые. Мне не важно особо, сколько комнат, главное, чтобы было просторно и красиво, действительно, чтобы подходило для съемки видео, чтобы можно было, даже если одна комната, если там есть несколько хороших локаций, то прям я и в однокомнатной буду жить. Нет, наверное, недолго, потому что, ну, не знаю. Причем мне нужно провести трансляцию, потом поотвечать на вопросы в группе и потом лечь спать. Вот. Сложный процесс. Любимый цвет синий у меня. Да, губы свои. Я просто их сильно за контур вышла, не обращайте внимания. Потому что если я буду карандашом их подчеркивать, не выходя за контур, то у меня будут очень кривые, ужасные губы. Поэтому лучше их довести до идеала так, чем... Да, танцевать люблю. Вот завтра тренировка. Давно я что-то там не была. Весы по знаку зодиака. Спасибо большое. Спасибо вам. Мне 18. У меня здесь такой пушок, вот нарос, он меня раздражает. На всех видео вот это выделяется. Меня просто бесит. Я никуда не могу убрать, сколько ни пытаюсь. Да, с Марианной знакомы, мы с ней на квест ходили. Вообще, тренировки у меня вторник-четверг, дэнс-холл. На хип-хоп я вообще давно не ходила, потому что у меня абсолютно нет времени. Вот. Но я неделю, наверное, не ходила на дэнс-холл, потому что у меня были то мероприятия, то мне нужно было снимать видео, поэтому... Сейчас у меня никакой профессии. Блогер. Видео про уборку в квартире. Это как? Как я убираюсь, типа? Это видео будет длиться 7 часов, потому что я не люблю убираться, и это долго, это нудно. Это транса, возможно, будет в Ютубе, да, не знаю. Привет, привет. Конечно, я буду забирать котов, как я их кину. Поэтому очень сложно еще, помимо того, что я просто ищу квартиру, сложно еще найти квартиру, где меня возьмут с кошками. Просто черные ноготки у меня. 28 числа у меня день рождения. 3 года я уже веду свой канал. А так я вообще всякие видосы тупые снимала уже с 2009 года. Так что 7 лет. Можно сказать, что я блогер. Если это можно те года назвать блогерством, то 7 лет. Брату 15. Да, я в Москве. В Трикс Фэмили я хожу танцевать. Сколько времени? 9:40. Нет, денег вообще немного получаю. Если бы я получила много, я бы здесь не сидела сейчас. Рост 157,5. Сегодня хочу лечь в 11, в 11:30, не позже. На Эдфест в Питер поеду. С Ваней знакома. У меня нет никакой профессии. Что вы спрашиваете? В Москве я живу. Да, на диетах сидела. Преподавать танцы
Ну, не столько. Я бы хотела преподавать, наверное, поинг, став, вот это все. Но на это, опять же, нужно время, которого у меня нет вообще, ну, абсолютно. Хотя, может быть, можно было бы что-нибудь придумать раз в недельку преподавать пои или вира. Ну, нет, вира нет, пои. Но, опять же, даже раз в неделю это будет отнимать очень много времени, но это заработок. То есть, может быть, и стоило устроиться бы преподавателем. Не знаю, я подумаю над этим. Как перебороть страх перед съемкой? Я сама постоянно боюсь перед всеми съемками, именно такими серьезными, не то, что я дома снимаю. Так что я не знаю. Просто постараться представить, что это как ты дома снимаешь для себя, и все. Монтирую я долго. Это очень долгий процесс, особенно если видео больше 5 минут, и если оно такое требует много всякой нарезки, всяких вставок, то это долго. Кушать люблю. Танцами чуть больше года занимаюсь. Да, без парня отлично. Вот. Но без шингейса это точно хорошо. Вот. Спасибо вам, спасибо за комплименты. Да, я с линзами. Серые линзы. Телефон у меня iPhone 6s. Стоит ли покупать, но если ты любишь, если тебе удобно, то стоит. Если тебе больше по душе Android, так покупай Android. То есть я покупаю не из-за того, что это у iPhone, а просто потому, что я привыкла, потому что мне нравится. Вот и все. Нет, я не лесби. Мы тут недавно со Светой, когда ходили в контактный зоопарк, мы постоянно ходим за ручку. И мы выходим из торгового центра на Пражской. Ну, идем, а, как обычно, болтаем, держимся за руки. К нам подходит компания парней и такие: «Девчонки, а вы лесбиянки или нет?» То есть взрослые парни на полном серьезе спрашивают. И мы в один голос. Я говорю: «Нет», а Света говорит: «Да». И они такие: «Так да или нет?» Я говорю: «А что?» Они такие: «Ну просто, типа, если нет, то мы пойдем с вами». Я такая: «Ясно». Конечно, у меня настоящий цвет волос такой. Родилась прям так. Да, я есть в Инстаграме. Я там Милена Мурмур. Хватит спамить, я тебя сейчас заблокирую. Когда японские вкусняшки? Когда они мне придут? Все, я блокирую. Блин. Сейчас. О. Да, я заблокировала уже. В этом году будет Video People, да, вроде. А, Video People. Боже, столько всего. Видеофан, Видфест, Video People. Вообще должен быть. Он же каждый год теперь проводится. Мне 18. Нет, я не учусь в универе. Ну так за iPhone же я не плачу каждый месяц. Я накопила, купила и все, ребят. Вы мыслите слишком узко. И этот я выиграла. Так что... Школу хорошо закончила. 18 мне. Нет, у меня нет парня. Нет, я не играю в Sims. Не очень люблю эту игру. Точнее, вообще не люблю. На «Пусть говорят» я тоже не была. Да, я попробую поступить в университет вот в этом году и в колледж заодно. В тот, который я изначально хотела идти после 9-го, театрально-гримерный. И, так что я буду либо в театрально-гримерном, либо в РУДН на журналиста. Сейчас я ни на кого не учусь. Насчет сходки я отвечала в своем последнем с себя вопрос, с меня ответ на канале, так что гляньте, там все есть. Отчество Михайловна.
Да, я реально против. Вот видите, даже мой телефон против. Господи. В Туле я уже была, да, ресницы нарощенные. Милена Михайловна, да. Мне все видео нравится снимать, я не разделяю видео на типы. К антигруппам никак не отношусь, мне вообще все равно на них, что они есть, что их нет. Нет, я не купила чайник, мы до сих пор в кастрюле воду кипятим. Красивые? Не считаю. Ну, относительно. Мне не нравится пару вещей в моем лице, а так нормально. Пойдет. Я корни вообще изначально не красила, даже когда первый раз в синий красилась. Так что, вот видите, типа такой переход из моего цвета в синий. Но вообще я хочу закрасить их. Нет, я не готова бросить YouTube ради танцев. Я готова совмещать эти две вещи. Это проще. Зачем что-то бросать? Я нахожу время абсолютно для всего. Вот. Другой вопрос, что сна меньше становится, но это же мой выбор. Да, я за ЗОЖ. В Питере была. Канал. Вы просто, короче, зайдите в мой профиль Перископа и тыкните на ссылочку. Все. Спать пока особо не хочу, но скоро захочу. Я уже сейчас скоро прикрою эту трансляцию, так что вы имейте в виду, что нужно будет зайти в мою официальную группу. И там еще со мной пообщаться, потому что я сразу после трансляции пойду туда, отвечать на вопросы, вот. Нет, я не участвую в туре You People. Сестренку Маши назвали. Нет, я вас не снимаю. Зачем мне вас снимать? Я бы вас предупредила, нет. Я живу с братом. В официальной группе буду отвечать на вопросы. В Париже была, да. 3 дня, правда, но была. Киви. Киви кашляет. Смотрите. Шерсти наелся. Киви. Киви, живи. А это смешно. Да он просто шерсть, у него же шерсть очень выпадает, он линяет, как, я не знаю, как псина какая-то. И он вылизывается, естественно, все это глотает, и у него это все в горле застревает. Как, знаете, случайно, если проглотить волос, это же сдохнуть, а у них таких тысячи волосинок. О, я бы тоже так кашляла. Нет чайника, потому что он сломался, и никто не покупает новый. Нет, не сняла квартиру. Киви живи, это смешно. Это амулет. Я уже рассказывала. Вот. Зрение нет, нехорошее. Уже нехорошее. Чем мне понравилось произведение «Мастер и Маргарита», да вообще абсолютно всем оно прекрасно. Там и мистика, и магия, и очень много цитат классных, ну вообще, то есть, классное произведение. А что, брови могут быть не настоящие? Конечно, настоящие. Свои, вот видите, волосинки, сейчас вам так не видно. Вот волосинки, тин-тин-тин.
Да, я сейчас, конечно, я накрашена, я же видео снимала. Нет, по школе не скучаю. Да, форма настоящая. Мне 18, я никем не работаю. У меня две кошки. Реснички наращиваю, да. Собаку? Ну, конечно, круто было бы, но куда еще собаку? На нее нужно много времени, и опять же, сколько денег в еду у меня не хватит. Я этих-то двоих еле прокармливаю. Вот лежит. Нет, вот хомячка у меня не было. Вот кто-кто, а хомячков? Да, чистые пруды. Нет, чистые пруды не очень люблю. Я люблю Патриаршие, Китай-город, Третьяковскую. Но это такие самые любимые. Вот. К Анте я никак не отношусь. Они были, есть, будут всегда. Это залог успеха, если они есть. Так что все нормально. Да, это только мои животные. Дома я. День рождения у меня в сентябре. Мне будет уже 19. Обалдеть, да? Сама в шоке. Я живу с братом, и сюда приезжает то мама с отчимом, то бабушка с ее мужем. Зачем мне это? Я хочу жить одна. Вот. Нет, я с Хоффман не собачилась. Это она со мной, но не я с ней. Понимаете, да? Я к ней очень хорошо отношусь. Видосы я смотрю, твиттер читаю. Я вообще на всех подписана. Меня кто-то не любит, а я люблю всех. Потому что я добрая, я няша. Аск есть. Губы, да, свои. Популярный очень вопрос. Нюхай сердечки. Давайте. С Машей? С какой Машей? Да вон малышка Ри лежит. Кс-кс-кс. Вот она. О, вот у меня видео закончилось рендериться. Нет, не страшно было мастер Маргарита читать. Ладно, ребят, давайте, мне нужно просто интервью давать, отвечать на вопросы в группе. Я вам пообещала выйти. Спасибо, что лайкали. Я вас очень сильно люблю, прям очень-очень сильно. Подпишитесь на Твиттер, если вы не подписаны. Я туда постоянно что-то строчу. Для кого я строчу? Для себя, что ли? Для вас же, поэтому подпишитесь, пожалуйста. Я в Твиттере Милена Му Р. С тремя Р, короче. Милена Му Р. Ну, поняли. Вот. В Инстаграме я, как и на канале, Милена Мурмур. А группа моя официальная есть у меня на странице. Просто описание страницы включите. Там все будет, все ссылки, все. Пока, котики. Спасибо, что смотрели. Доброй ночи заранее. Всех люблю, потому что я больше сегодня в Перископ, наверное, не выйду. Так что все. Пока.